Миллиметра до золота не хватило ульяновским спортсменам на открытом турнире по водному полу World Class в Москве. Команда «Спартак» заняла почетное второе место. Организаторы соревнований – известная российская фитнес-корпорация, которая ежегодно проводит собственные соревнования по мини-водному полу и приглашает на игры любительские команды со всех субъектов страны. Приглашение поиграть на московской воде получили и ульяновцы, игроки Приволжской национальной ватерпольной ассоциации. Компанию им составили московские «Химки», коллектив из 3-го дивизиона НВА. В данный момент у нас собралась очень хорошая ватерпольная команда, любительская. Вот, и мы очень были удивлены и приятно удивлены, что узнали, в Ульяновске тоже есть хорошая ватерпольная команда любительская. Соответственно, общими усилиями решили организовать открытый турнир по мини-водному полу. Борьба, хоть и в товарищеском соревновании, выдалась нешуточной, а спортсменам пришлось изрядно попотеть. Первая игра между Ульяновском и Химками завершилась ничьей 5-5. Сыграли в ничью с московской командой. Достаточно сильные игроки представлены в противоположной команде. Но, однако ж, мы не спасовали. Довели игру до финала. Приятно, совершенно другая школа, есть чему поучиться, есть что посмотреть. Себя показываем. Первую игру сыграли очень здорово, я считаю, хотя после дороги устали. Во второй игре спартаковцы одержали победу над хозяевами бассейна, командой World Class Лодочная, со счетом 8-4. Чтобы выявить победителя, судья назначил 7-минутный овертайм между Ульяновском и Химками. Ведь у команд получилось равное количество забитых мячей по ходу игр. Победа от «Спартака» ускользнула буквально на последних секундах. Итог 2-3. Уровень команд, в принципе, был равный. Все команды были примерно плюс-минус одного и того же уровня. Вот. Игра была напряженной. Как мы видим, большинство игр решалось в последнем периоде. Счет был примерно плюс-минус равный. Москвичи поблагодарили ребят за игру и отметили. Игра с ульяновцами заставила вернуться в форму и начать усиленную подготовку к соревнованиям на зимний кубок World Class, который пройдет уже в декабре. Ульяновцы, в свою очередь, признались, на их практике соревнования в Москве стали самыми зрелищными и острыми. Именно данные матчи развивают массовый спорт, такой как водное поло, вот, и водное поло развивается. К тому же после игры президент Национальной ватерпольной ассоциации Александр Назаров поздравил ребят из «Спартака» со вторым местом и поблагодарил за старт второго сезона чемпионата Приволжской лиги НВА. А в качестве приятного бонуса пообещал предоставить ульяновским ватерполистам мячи на сезон. Дарья Сударева, Александр Кудряшов, новости Улправда ТВ.